Ламікон обирай, скажи грибку прощавай. У нас сьогодні дуже багато і таких добрих, позитивних новин, але я би все-таки хотіла почати з головного. А з Соледару якось дуже сьогодні тривожно зранку було, такі новини, такі страшні кадри. Ми розуміємо, що вони завжди такими були, та і в принципі такого нічого красивого на війні немає, ну в класичному розумінні, але тим не менше. І от сьогодні від Міноборони було повідомлення, що бої важкі, бої тривають, але намагаються будь-якими силами, закидаючи все трупами, росіяни прорвати, але тримаються наші збройні сили. Ціна, яку ми за це платимо, надзвичайно висока, ми всі це усвідомлюємо. Я хочу про Соледар для себе уточнити деякі моменти. Сьогодні побачила у Центрі стратегічних комунікацій від РНБО, які пишуть, що повільне просування військових РФ зі значними втратами стратегічно нічого не вирішує. Натомість Збройні Сили не дають ворогу глибоко вклинитись в свої позиції, виснажують його і максимально знижують наступальний потенціал. Чи існує ризик оточення самого Соледару? А що взагалі відбувається, про що ми можемо говорити, зберігаючи режим інформаційної тиші? Сложно окружить Соледар, так как Соледар, он прижат или начинается от определенного рубежа, если с военной точки зрения, обороны. Это речка Бахмутка, которая выходит из Бахмута и идет в сторону Сиверска, впадает в Сиверский Донец. А вдоль этой речки с восточной стороны железная дорога идет также из Бахмута в сторону Сиверска. С западной стороны слева идет шоссейная дорога, то есть сам по себе, и тем более левый берег, силы Кориолиса его делают высоким, вернее правый низким. Потому вдоль реки Бахмутки хороший, естественный уже можно сказать, укреп района. Соледар начинается с железной дороги. Соль, это называется железнодорожная станция Соль, как раз она находится на вот этом укрепрайоне. Потому и дальше продолжается Соледар от Соли в сторону юго-востока, то есть на восток в основном. Потому Соледар очень сложно окружить, если не форсировать реку Бахмутку. Это практически нереально, так как за этой рекой, за этим укрепрайоном есть еще, то есть это наш укрепрайон, который хорошо удерживать с левого берега, с высокого берега, потому вряд ли Соледар вообще может попасть в окружение как таковое. Есть определенное оперативное окружение, так называемое, это когда войска наступающие или войска обрезают определенные линии поставки, но здесь также проблемно это сделать, так как за Соледаром на запад, это в сторону Славянска, в принципе, есть определенное количество проселочных дорог, потому полностью окружить его просто невозможно. А это очень хороший укрепрайон, не только район, а именно целый рубеж, река Бахмутка. Именно она, этот рубеж, не дает россиянам окружить Бахмут с северо-востока. То есть пройти его практически нереально. Приложением силы для выполнения этого маневра, то есть форсирования реки Бахмутки, вот россияне выбрали Соледар. Почему? Ну, с тактической точки зрения это не совсем то место, где они могли бы выполнить какие-то действия, именно положительные, то есть положительной динамикой. Они наступают на Соледар, мы их остановили в районе Соледара, они уперлись в определенное в Соледаре промку, так называемую, там есть 4-7 стволы соляные, и в принципе зайти дальше, пройти они не могут. Производится определенное оперативно-тактическое действие, и украинскими войсками в том числе они остановлены, ведутся бои, линии фронта как таковой не существует, когда идут внутри города бои между домами, то есть линия фронта там практически в шахматном порядке, потому определить толком невозможно, пока не закончатся бои как таковые. Украинские войска Соледар оставлять не собираются. Очень хорошая за
за спиной у Солидара, то есть, можно так сказать, очень хороший укрепрайон, еще раз повторюсь, Бахмутка сама по себе. Потому россияне сейчас, у них несколько дней пропадет запал, называется, так называемый боевой, они обточатся, используют то количество снарядов, которое было накоплено для такого рода броска. Кажется, больше он информационный. То есть они последние несколько месяцев не могли найти ни одного информационного повода, который бы оправдывал их мобилизацию, их какую-то частичную мобилизацию, которую они объявили. То есть никакой победы практически не было. Потому, я думаю, они просто выбрали такой маленький поселок, который в Википедии называется городом, ну, он считается городом, но это поселок с 10 тысячами населения, в основном вокруг этих соляных шахт и Артем Соли созданный. Потому, я думаю, это больше и информационная такая кампания с проведением информационно-психологических операций определенных, то есть для подачи. Но чем она закончится, посмотрим к концу недели, это будет понятно уже в ближайшие несколько дней. Но все будет зависеть от принятия решения уже нашим командованием, то есть как оно примет решение, либо удерживать, допустим, в районе Солидара российские войска там в центре, или отбросить их от Солидара, или, допустим, удерживать тот же рубеж, там Бахмутка вместе с железной дорогой, то есть часть Солидара — это тоже та же железная дорога, ЖД-станция «Соль» — это тоже часть Солидара. В зависимости от сложившейся оперативно-тактической обстановки, которая меняется практически каждый час. Потому здесь надо просто отслеживать наши заявления нашего пресс-центра Генштаба и не впадать в панику как таковую. Очень большая подсветка. В последнее время не было такой подсветки, вот как она сейчас. На некоторых участках фронта были намного мощнее и больше определенные действия. Но, тем не менее, сейчас включили вот такой режим информационной подачи. В основном он идет для российского потребления. Угу. Ну, бачите, ми ж тут росіяни закидають просто трупами, буквально нічого не рахують. Для них це дуже важливо. Вони, до речі, про ці соляні шахти розповідають, що там зберігається зброя в цих соляних шахтах ще нібито з часів Другої світової війни, і там є можливість зберігати зброю величезну. Причому і танки, і БМП. Наскільки це відповідає дійсності? Она была, это был большие, в этих сольных шахтах, в одной из шахт были большие склады действительно того вооружения, примерно такие же, как в Кабасной, в Приднестровье, вот мы постоянно говорим, это именно туда из стран Варшавского договора было завезено вооружение еще до распада Советского Союза и после распада Советского Союза, то есть несколько десятилетий назад. Но с 2014 года, когда попытались подойти к этим соляным шахтам, это рядом Славянск, рядом Краматорск, попытались зайти, то наши воины, которые охраняли эти шахты, они не дали тому же Гиркину и некоторым коллаборантам луганским подойти к этим шахтам. А после деоккупации в 2014 году, с 2014 года из этих шахт было поднято вооружение и переброшено на Запад, в основном для увеличения наших войск. Потому там сейчас из вооружений не осталось ничего, нет смысла об этом даже говорить, потому сами шахты сами по себе они не представляют никакой оперативно-тактической ценности. Стволы сами по себе, ну, стволы как промзона, не более того, они иногда используются для выполнения оборонительных, в основном это оборонительные мероприятия, как раз для нас это хорошо, мы там в этом районе обороняемся, мы их используем. И в основном это сейчас рудники 4 и 7 рудники, как раз рядом с ЖД-станцией «Соль», то есть в районе этого основного рубежа. А несколько определенных предприятий, на которых иногда видны по видео россияне, это в основном ЧВК «Вагнер», они заходят на определенные предприятия, делают селфи непонятно для чего, ну, вернее, понятно для чего, они создают информационный поток. Информационный поток, связанный именно с работой ЧВК «Вагнер». То есть это здесь Пригожин, я так понимаю, пиарится, тем более есть определенные отсечные такие линии, которые он выставляет. Вот только ЧВК берет «Солидар», и вот он, скорее всего, он готовит какую-то такую информационную бомбу
либо для того, чтобы поднять опустившийся уже престиж частной военной компании в мире, ему надо как-то заявить, потому что он полгода бьется об Бахмут, его взять не может, хотя бы Солидар. Либо, может, есть какие-то еще внутренние противоречия с Министерством обороны. Скорее всего, не остались. Мы видим эти назначения, которые сейчас происходят во все стороны, перетурбация, броуновское движение в штабе врага. Потому, скорее всего, это и с этим связано в том числе. Больше это похоже все-таки на информационную бомбу, которую они как-то готовят для своего, для внутреннего потребления.